Всем привет! Всех приветствую! У нас сегодня вот такая вот посылка. Я сказал, не в целом состоянии. Что-то тут пришло, я не знаю, что. Тут все написано, сейчас расскажу я вам. Оценена 9, как я понимаю, долларов. 340 грамм. И про пост тут ничего не пишется. Вот, я тут обвел. Можете нажать на паузу, почитать. Ну, как видите, она довольно помятая. Напоминает почту России. Тут что-то есть. Я не знаю, что. Давайте открывать. Все ж таки на камеру. Так, давай я даже так сделаю сейчас. Как-то вот так вот. Чтобы было больше, чтобы было лучше видно. Давайте начинаем открывать. Как обычно. А вот это да, вот это дело. Так, больше ничего нету. А вот это, ребята, классная штука. Ой, давайте я сейчас на стол перемещусь и продолжим. Как видите, чуть лучше изображение стало, даже если я выключу свет, что у нас сейчас день. Ладно, надо, кстати, с этой стороны тоже повесить свет. Короче, ребята, это держатель вот для iPad. Так, вот. Понятное дело, что iPad тут нарисован для красоты. Это держатель для планшета 10-дюймового. Так он выглядит. Сейчас я его тоже как-то вскрыть. Его надо. Даже не знаю как. А, у меня тут ножницы где-то валяются. Как-то его надо вскрыть. Будем пробовать его открывать. Почему вот я режу? Сейчас я запишу себе камеру, порву, как я это обычно делаю. Да, несмотря на то, что сама эта посылка была в не очень состоянии, я никак не пострадала. Вот, то есть тут у нас присоска на защитной пленке. Это вот держалка самая стандартная, как для видеорегистратора. О, тут написано пресс. Кнопка из резины сделанная. И сама держалка. Тут мякушка у нее. Мякушка у нее, а не пластик. Так, это вроде как универсальная, да? Вот так, и можно ее настроить. Как ее настроить? Или я ошибся, это для 7-дюймового. Что тут не написано? Не написано что-то тут. А вообще нарисовано, что для... Блин, а как ее крепить-то, да? Да. Ну, по идее... О! Значит, все-таки для 10-дюймовой. Ладно. 10-дюймовой у меня нет, есть 7-дюймовой. Сейчас мы его закрепим. Так. Так вот делаем. Прикольно. Сейчас. Вот так вот это получается. Где наш свет? Вот так вот это получается. Ну, короче, держится. Я, наверное, потом отдельно уже видео доснимаю. Вот эта камера у меня сейчас включена. Отдельно потом уже видео доснимаю. Как я это все дело буду крепить. Вот. Короче, держится.
Вот так вот. Не выпадает, ничего, нормально. Тут, конечно, немножко ёзает. Но я думаю, надо было просто посильнее скрепить. Вот такие дела. То есть, походу, оно... Так, я вот так неаккуратно заберу. То есть, походу, оно подходит для 10-дюймового и для 7-дюймового. Тут-то, я так понимаю... Тут, кстати, такие мягкие прокладочки. Не пластик. Вот тут, я так понимаю, оно регулируется и можно подстроить под любую толщину. Так. Вот эта петелька. То есть, вот тут столько. Ну, давайте 10 дюймов. Вот столько это будет с 10-дюймовым планшетом выглядеть. Вот так вот. Так, ну. Видно. 10 дюймов сюда влезет. Он уже такой зацарапанный. Посмотрите. Короче, очень уже зацарапанный планшет у меня. Ладно. В общем, влезет. Ну и линейка могу поменять. Моей фирменной. Так. 25 сантиметров. А вот от этой крепежки до крепежки 24,5. От крепежки до крепежки 24,5. Вот так вот. Что-то у меня камера повернулась. Ладно, вот такая штука пришла. Я потом доснимаю видео, либо я не знаю, это не монтировать. Не знаю, я пока подумаю, может я в это добавлю. Ладно. В общем, отдельно потом покажу, как это все держится. Присоска, в принципе, вот так все крепится. Какое-то оно все хлипкое. Потому что оно прикручиваться должно. То есть тут мы, получается, берем вот этим колесиком и вот так закручиваем. Зажимаем нам как надо. Нажимаем. Жестко. Так. Приделываем. Вот, блин. У меня вообще сегодня все плохо. Вот так вот приделываем. Тут поворачивается, да, тут поворачивается. То есть лепим на стекло. Что, пленку содрать? Сейчас. В общем, я думал проверить в машине, а потом думаю, ладно, протестируем, проверить на аквариуме. Потом думал, протестируем в машине. Что-то присоска не липнет. Может, я что-то неправильно делаю. Ладно. В общем, такая держалка пришла. Давайте еще раз покажу, как сюда планшет ставится. Нажимаем вот тут такую педальку. Ее... Раздвигаем ее. Устанавливаем кортонт. Сдвигаем. Зажимаем. И ставим на стол. То есть вот так вот. Как это будет выглядеть. Ладно. Всем спасибо за внимание. Может, потом покажу, как это в машине все будет. Все, всем пока.